как будто только вчера они придумывали речевки, танцевальные номера, разучивали песни и купались в море. А сегодня уже на встрече с главой округа делятся своими впечатлениями от отдыха. Одинцовские школьники провели в Артеке 3 недели. Вот в этом году это была самая большая квота, которую нам дал Артек на бесплатную, значит, путевку на 21 день. Вот 25 ребят нашего округа, да и вообще со всей страны, выиграли творческий конкурс. Одинцовский комитет по культуре – тематический партнер Артека уже 3 года. И это скорее исключение. Как правило, Международный детский центр сотрудничает с федеральными структурами. И для нас, я думаю, для ваших родителей, Артек всегда был таким знаком качества. Это лучше Артека сложно было что-то представить. Со всей страны все стояли туда в очередь, пытались хоть раз в жизни попасть. Вот я, например, так и не попал ни разу, в отличие от вас. Эту несправедливость школьники решили исправить и посвятили Андрея Иванова в артековцы. Отдохнуть в Артеке для одинцовских детей уже традиция. Глава округа подчеркнул, изменять ей не будем. Более того, нужно стремиться к тому, чтобы число наших школьников, отдохнувших на море, стало больше. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы увеличить нашу квоту, чтобы могли и новенькие ребята попасть, и вы обязательно, те, кто проявит желание, соответственно, участвовать в отборе, тоже оказались в Артеке. А следующий сезон в Международном детском центре обещает быть еще интереснее. В 2025 году Артек отметит вековой юбилей. Подготовка к празднику уже началась. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».